Принципиально вы против присоединения Сибири? Принципиально так. Почему? Я же вам полчаса это объясняю. Нет, вы это не объясняли. Никол Пашинян говорит, что он не был избран народом Карабаха, поэтому не может представлять. Это могут занимается. Потому что почитайте свою конституцию. Опять-таки, это знание своей конституции. А 90-й год конституцию свою почитайте, если это будет. То есть Никол Пашинян был избран народом Нагорного Карабаха? Которое было достигнуто в Душанбе, есть в Армении такие мнения, что вот это затишье, которое на границе в Азербайджане используется для того, чтобы свои инженерные конструкции на границе были. Я думаю, что там есть принципиальная договоренность еще установить контакты между соответствующими органами. И я думаю, что они между собой общаются, потому что когда бывают какие-то инциденты, они созваниваются и общаются. То есть мы говорим о существовании того, что была договоренность, и ведь она была подтверждена горячей линией. С другой стороны, вы тоже должны понимать, потому что невозможно так продолжать жить. Вот вы говорите границы, мы называем это контактной линией. Но если мы говорим про границу между Республикой Армения и Азербайджаном, это другое. Если мы говорим о том, что на линии контакта происходит, это линия контакта, она не является границей. И поэтому в этом контексте, опять-таки, вот вы сейчас сидите и сами себя обманываете, и хотите обмануть армянский народ. У меня вопрос, что получил армянский народ за 30 лет войны?